Мосгорсуд определил, должен ли работодатель устанавливать порядок индексации зарплаты в локальном нормативном акте. Согласно статье 134 Трудового кодекса, работодатели, не являющиеся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, производят индексацию заработной платы в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами. До недавнего времени данная норма однозначно толковалась правоприменителями как обязывающая работодателя установить порядок проведения индексации. Придерживались данного подхода и суды общей юрисдикции. Однако обязанность повышать реальное содержание зарплат работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации. В частности, повышением должностных окладов, выплаты премий и тому подобное. В июне этого года вступил в силу закон, который запрещает пользоваться мобильными телефонами без указания паспортных данных. Все абоненты с некорректными документами рискуют остаться без связи. Документ обязал сотовых операторов с 1 июня 2018 года блокировать абонентов, личность которых они не смогли идентифицировать. Оператор связи обязан убедиться в достоверности предоставляемых сведений. Для этого он должен установить фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также другие данные документа, удостоверяющего личность абонента или пользователей услугами связи. Для этого операторам обеспечат доступ к единой системе идентификации и аутентификации, единому порталу госуслуг и другим информационным системам госорганов. Операторы будут сверять все данные из своей базы номеров с официальной информацией. Оператор связи обязан приостановить оказание услуг связи в случае неподтверждения достоверности сведений об абоненте, сведений о пользователях услугами связи абонента, юридического лица либо индивидуального предпринимателя, представленных лицом, действующим от имени оператора связи. В первый день лета в России начался эксперимент по маркировке обуви, пока что не в обязательном, а в добровольном порядке. Целью эксперимента, в частности, является апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации обувных товаров для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обувных товаров, в том числе контрафактных, и также для обеспечения повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. В пилоте принимают участие ключевые игроки обувного рынка. Это и производители, и логистические компании, и ритейл.